Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. У нас всегда есть почитать, что давай заезжай, если чё. Мы не заезжаем в селение, нет, у нас там пустыни, но мы всегда платим и пение. Да ладно, мы не грустная, такая шустрая правда, а я на вкусом. Команда на выпуск, вот смотри, на рекурсов. Ты ладно, где музыка? Где музыка? Я не про музыку. Ну да, время нормально, там еще дробь на вечер. Проблема есть в мане. Ну да, все правильно. Глаза не паленые. Только паленые. Вот там лишь вот за паром плечи. Ну да, прикольно, вообще нормально. Ты походу думаешь, тебе нигде не оставить. Да и жвачка. Я там занимаюсь. Ты еще блядь, наверное. Пускай ты снова наполняешь себя никотином. Говорю, хорошо сидела. Говорю, хорошо убила. Такая та же картина, она такая красивая. Видео 40, сейчас буквально полетит. У нас не заточены точно. Вот заморочены срочно. Ночи еще моя, 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 моя. Засунули губами микрофоны. Обломы, снова обломы. И вот мы дома. Так что, брачо, у нас всегда есть прочитать, чё. Заряжай, если чё. Мы не заряжаем все. Сейчас скажите, Баранович, вообще про все происходящее сегодня. Что, ты думаешь, вот это включить? Ну, а у нас же так не справа, да? Новый трек либо этот. Ну, давай один. Один куплет. Привет, Андрей из Воронежа. Я с тобой работать не собирался, без последнего времени. А я так долго ждал, что ты хотя бы немного начнешь шевелиться. Но ты, видимо, упал. Но даже можно стать официальным всероссийской крысой. После денег, что я не хотел доводить дело до срека. Я ни в коем случае не горжусь этим. Более того, у меня все вспоминать об этом. Но ты не оставил мне выбора. Так что ты извини, маленький крысенок. Сколько раз ты отвечал мне на пидора? Через пидор у меня ты не зернышко. Сколько раз ты клялся мамой, ты жучимся волосом с красным яблоком. Сколько раз глаза закрывал я на то, что ты пишешь из моего сейфа бабло. Погода я давал тебе полгода, а прошел уже целый год. Ты думал, что я тебя прощу, походу. Чай, Лёха, маслица немного на меня и забьет. А вы знаете что? Я тебя расстрою, сука, хуй пропал. И тебе придется поверить в то, что на этот раз я же так не оставлю. Не хочешь деньгами? Окей. Значит, достаточно репутации. Я уверен, что за 365 дней ты мог найти для меня хотя бы пару баксов. Этот бит я у тебя спиздил. Так же, как и ты спиздил у меня полляма. И ты войдешь в рекорд Гиннесса, когда ты самого дорогого инструментала. Сука, хуй пропал. Считай, ты долго дал, тебе лучше. Благодаря тебе, причем я накатал о дружбе. Ди-ди-ди. А ну давай еще что-нибудь еще. Вентилятор не притащили какой-то? Я снова мечтаю, мечтаю, как маленький мальчик. Мальчик, когда я здесь грязно, но ты не горят музыки в городок. Давай, голая, я мой, я разбил, у меня не грузоход, сука.
Я наблюдаю, что с этой птичьего полета на беспо
пункта А в пункт Б. Уехал, что на после победы сверток по сиденью на проводнице красной стеклы, а Питер и Москвы из северной столицы на площади трех вокзалов. Последний пацаны всегда будет мало. Думайте, это кто-то остановит, но нас он позволит. Бегает грех такой сигнал зарплаты, ведь сколько лет уже, и все довольны. Меня зовут Гух, мы делаем звук, Москва на родишь. Короткая версия была, привет. Короткая? Конечно, Владик, то легко было. И по очереди никому. Сегодня мы начнем легко, наверное. Потом Владик. Давай сделаем. По программе, да, что у нас происходит. Давай. После белых полос ты разговорчивый Вася. За наш прекратичный Вася засветись на кассе. Это бьет в голову, когда от синьки танцы. Он на мир нравится. За кем-то выехал бело-синий краска. Снаряды просто на счете пинки Вася. Если ты не хочешь проверить эти Вайсы, давай, давай, давай. Я прошу.
но кое-что важное вспомнил. Пустил Тима Галичка, потом шторы затянул, думал и вечер. Резко дыхание сперва, просто на ровном месте. Не буду вас тоже дышать, он потом сажал на отпустись. Мы же ушли его хорошо, он сидел на отпусте. За телефоном был шаг, но не будем арестом. Сколько я мог из себя, я буду всегда одиноко, пока на сердце кипят. Я наблюдаю за ними пеноколь, сколько бы радости было, если бы я продолжал это делать. Все сегодня совместно за столом, мы на работе, а мы в зону. Все годы отбирают, готов крутить на подстоле. Мы играем по основе, мы играем по основе. Залпом все загибал, еще бы втрое. Вспотел? Да, чуть-чуть. Да, такого не бывает, Майя. Видишь, на Воронеже бывает. Сука, а чё, нет вентилятора? Вот реально за час нельзя вентилятор придавать. Да всё, если конечно, жара, ебанулся. Дин, гад! А чё, я исполню там половину своего нового трека, потому что целый день. Это премьера Воронежа, да, дешево! Это уже не премьера. На Воронеже премьера. Премьера трека, айо! Все такое, что сайко, все тоже лохо. Сраный на духе под байкой, решили привести очередная ловка. Мы же ставим лайки и не готовимся к блоку. Я обязательно вспомнил, я разнялся на плакат.
хочу сделать это снова. Я старался, но не могу. Пока играют гусли.
Пускай рэпчик его выручает. Мы тут не случайно.
друга. Кто запрещает нам, будет игрушка, говорить много. Но я обещаю вам, что придется немного потерпеть потока. Я продолжаю вещать на студии, у меня есть микрофон, у вас есть колонки. Я не видел двух гангстеров, я не знаком с местными хасла. Я знаю, что опасно тут, я знаю, что страна у вас красная. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому центру. Я посвящаю строки дороге, на городе дороге. Спасибо! Сразу ни с того ни с сего, парни, посылали строк. Один довольно высоко, и он дал колеса крутил. А не думай про подруг, думай про мужку. А я тут садовая, так что вам было, что мне нужно. Я здесь, как обычно, съемно. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому центру. Я посвящаю строки этому городу, на городе дорог. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому центру. Я посвящаю строки этому дороге, на городе дорог. Где бы я ни был, когда я поднимаю глаза к небу, я знаю, мы идем с рэпом. И знаете что, меня все так радует, правда, 2.017, Воронеж. Спасибо, Воронеж, от души! Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Так что хорошо, у нас всегда есть почитать, что давай заезжай, если чё. Мы не заезжаем в сирене, нет у нас в пустыне, но мы всегда платим не менее. Да ладно, грустная, такая шустрая, правда, я с закусом. Команда на выпуск, он смотрит, парень вкусом. Блокация музыка, где гусин, я не про музыку. Ну да, время нормально, там еще трёх на вечер. Проблема не снимание. Да, все правильно. Глаза не палёные. Только палёные. Глаза еще вот запарил. Плечи, ну да, прикольно. Вообще нормально. Ты походу, ну может теперь, если она ставится. Да и жвачка. Я не занимаюсь. Я ищу, пускай ты снова наполняй себя негативом. Говорю, хорошо сидела. Говорю, хорошо убила. Одна и та же картина. Ночью еще моя.
микрофоны обломаны, снова обломаны. И вот мы дома, а наше брачо. У нас всегда есть прочитать, что заряжая есть ничего. Мы не заряжаем сиренью. У нас в пустыне, но мы всегда флаг, тем не менее. Что скажете, Баронец, вообще про все происходящее сегодня? Что, ты думаешь, вот это включить? Ну, а нас же там не справа, да? Ну, мы трогали бы это. Ну, давай один. Один куплет. Продакшн. Радует этот безумный.
Вот это движуха, это жизнь. И может где-то лучше, где покажи. Вместе заходим в эти миражи. Самое важно, пусть пока кто решит. Поехали. Я говорил себе всего, хватит. Гитара уверена, специально для вашего стерео. Вы не ожидали, наверное, что мы совместно для вас застерем. Вы давали помогли мне вам, но вы оказались тупее дерева. Столица Армении и Ереван. Те, кто на гидрами поля зрения, вы с парами и жерли мира. Я был обратным участием движения. Это Петя Навальна, то, что мы любовь не называют больно не менее. Соблюдаем правила, но тем не менее прав не имеем. Папа не заглядывает, думаю, хватит ли отступиться денег. Все начинает заново, я устал от сеанса и глухалывания. Надоело горьми упасть, и больше не носил бухать. Хватит, хватит с меня, брат.